А зараз у мене дуже серйозний матеріал. Я думаю, що він також викличе вашу увагу, тому що здоров'я йдеться про найголовніше, про здоров'я наших малюків. І ось миколаївська спортсменка видатна, можна сказати, абсолютна чемпіонка світу з пауерліфтингу Анна Куркуріна взялася поставити на ноги діточок, які хворі на дитячий церебральний параліч. Як йдуть тренування, про це дізнавалася наша знімальна група і Оля Руда. А ти хочеш футбол навчитися грати? Да. Да? А ким ти хочеш, вратарем или нападающим бути? Нападающим. Нападающим? Ну, это видно, у тебя характер такой. А я хочу вратарем быть. У вашої дитини ДЦП. Для мами страшніших слів годі й чути. Для Ірини Приходченко такі слова прозвучали вироком, як грім серед ясного неба. Ну, первая реакция была шок, конечно, потому что меня все время уверяли, что у вас все нормально. Если другим мамочкам многим говорят, что у вас безнадежный ребенок, то у меня наоборот ситуация была. Говорили, что у вас ребенок хороший, здоровый, умный, то что все нормально, это все задержка, он просто ленивый. А когда сказали, что у вас ДЦП, то, конечно, для меня это был шок и очень была такая, тяжелый момент. А Тетяна Созінова навіть серед ночі назве точний діагноз свого малого Діми. ДЦП, нижний спастический парапорез, ну, это спастика мышц, скованность мышцев, и деткам дают разогнуть ножки, ручки, скованность полностью. Когда я узнала, что такое ДЦП спастический, для меня это было непонятно. Я не понимала, что это такое. Как бы ребенок первый год жизни не показывал, что у него есть спастика, потому что, как объясняли врачи, что спастика до года, она нормальная. Потом она должна где-то в 7 месяцев уже была пройти, но она не проходила. Існує безліч можливих причин появи дитячого церебрального паралічу. Вони можуть з'являтися як під час вагітності, так і під час пологів. Але одне питання залишається незмінним – як допомогти таким діткам? В той момент, як сім'я дізнається про хворобу своєї дитини, це і є той час, коли треба діяти, не покладаючи рук і не шкодуючи сил. Ну от коли іменно нам сказали вже про ДЦП, тоді ми інтенсивно почали займатися реабілітацією, ми поступили в наш Николаївський центр реабілітації. Я побачила, як займаються з ребенком, як масаж йому делать, як делать зарядку. Звісно, велике спасибо інструкторам за те, що вони учать нас, як займатися з дітьми, тому що много ми, звісно, займаємося в домашніх условиях, та ж сама зарядка і масажем, робимо самостійно. Заняття спортом та фізичними навантаженнями є одне із правильних рішень, яке веде до адаптації в суспільстві таких хворих. Анна Куркуріна, спортсменка, абсолютна чемпіонка світу з пауерліфтингу, рекомендує при такій хворобі невпинно тренувати м'язи, приділяючи більшу увагу поперечному відділу хребта. По аналогии проводим с млекопитающими. Все, кто двигается на четырех конечностях, у них не так развит корсет мышечный именно в области поясницы. В отличие от нас, мы перешли к прямохождению, поэтому вся нагрузка куда идет? На поясничку. И для того, чтобы держать вертикальную позицию, необходимо закачать поясницу. На столе кладем, и мамочка вначале помогает поднимать ему, потом он научится сам поднимать. Посмотрите, как сразу уже, сколько по времени ты делаешь это упражнение уже? Месяц. Посмотрите, уже начал вырисовываться мышечный корсет в поясничке. Поднимай, все, держи, давай сам, давай. О, смотри, молодец, о, хорошо, Данька, молодец. Смотрите, видите, сразу две полосы мышечных видны, которые помогают ему сейчас гораздо лучше ходить, да? Важливо розуміти біомеханіку людини. Чим швидше дитина почне займатися комплексом спеціальних вправ, тим вірогідніше позитивний результат. Стас з Мінська, ми по скайпу просто, я його веду. Ну, результаты хорошие, он поехал на двухколесном велосипеде, а врачи, естественно, говорят, что как. Ребенок ДЦПшный на велосипеде? Никогда. Двухколесный велосипед мы уже освоили. Когда мне приводят детей, я должна посмотреть на них, у кого какие проблемы, у всех разные. У кого-то стопы выворотные внутрь, у кого-то одно колено не работает, то есть это надо смотреть. Нельзя, это не фитнес, когда все пришли, я всем даю так, все делают попу сегодня. Поэтому я рекомендую таким детям все-таки, как более индивидуально подходить к ним, да, и если они получают комплекс упражнений, не я должна заниматься с этими детьми, потому что это дети это тоже солнце, такие они такие солнечные, знаешь, что они очень тесная связь с мамой у них.
Поэтому если мама им держит и растягивает мышцу ілія, это ну, совсем разные результаты будут. Тільки віра ближніх та щоденна праця може поставити вашу дитину на ноги. Не должно висеть над каждой мамой приговор, ваш ребенок ДЦПшного никогда не станет. Если вы поверите словам врачей, ну, вы никогда не добьетесь результата. Осознание определяет мое тело. И поэтому, когда мама знает, что ее сознание, ее мысли материально, ее ребенок пойдет, поверьте мне, может там не на 50%, но максимально, что мама сможет сделать, она сделает. Главное не расстраиваться. Вот. И накачивать, как мы качаем детям мышцам, а родителям накачивать характер. И главное не расстраиваться, и даже если от первого результата никакого нету сдвига, не сдаваться, только идти вперед. Потому что у всех детки разные, организмы разные. Кто-то борется быстрее, а кто-то оно задерживается. Ни в коем случае не сдаваться, потому что если даже узнали в начальном возрасте, то еще лучше. Бороться, бороться и бороться. Невпинна праця творить чудеса. Герої цього сюжету зараз у нашій студії Анна Куркуліна та Ірина Приходченко із своїм чудовим малюком Даня в нашій студії. Доброго ранку всім. Дякуємо за те, що ви завітали. Дякуємо вам за те, що ви не здаєтеся. Ми ось бачили, з яким трудом даються вашому малюкові кожне заняття, але я сподіваюся, що вони приносять йому радість і, звичайно, спілкування із такою сонячною людиною, як Аня. Розкажіть, будь ласка, як почалося ваше знайомство і як почалася робота в цьому напрямку? Знакомство наше началось из того, что мне просто посоветовали Аню, девушка, которая ходит к Ане на фитнес, она мне сказала, что Аня помогает таким деткам, обратись, почему бы нет. Я думаю, действительно, если есть такой шанс, то надо попробовать. И я нашла Аню в интернете, просто написала ей прямо, как у нас, ну, что у нас за проблема, попросила о помощи, Аня сразу откликнулась, мы приехали, нас сразу посмотрели, сказали, на что обратить внимание. Аня дала нам первый комплекс упражнений, на что надо обратить внимание. То есть на спинку, там больше на спину для того, чтобы укрепить поясничный отдел, для того, чтобы его вестибулярный аппарат укрепился. И так постепенно мы ездим на проверки и каждый раз новые упражнения, потому что каждый раз какие-то зоны слабее, какие-то зоны сильнее. То есть надо соблюдать, это очень важно, потому что ребенок растет, и пока он растет, надо укреплять весь мышечный корсет. Даня, да. Привет. Да он себе нравится в зеркало. Молодец. Ты себе нравишься? Привет, Даня. Да, а сильно. Дети Аня? Да. Ты ну, так скажи, занимаешься, да? Вот так. Да, Даня делает зарядку. Правильно? Как часто надо делать зарядку? Регулярно, каждый день. Регулярно. Поэтому, когда приводят таких детей, говорю, ну, что значит, вы будете водить ко мне там в фитнес-клуб? Каждый день водить, согласитесь, тяжело. А заниматься надо каждый день, и чем чаще, тем лучше. Это же движение, это утром, обед, ну, в течение всего дня. Даня не желает тратить ни одной секунды. Не, он даже тут тренируется. Да, он молодец, он пример для всех. Как вы относитесь вот к таким просьбам, когда к вам обращаются? Ну, это просьба святая. Одно дело, женщины там приходят ко мне, я хочу похудеть, это, ну, знаете, такая проблема, которую она сама себе заработала. А это проблема, которая, ну, как-то дана свыше, и, ну, сам Бог велел помочь таким людям. У вас уже насколько богатый опыт работы в таком направлении? Ну, я не скажу, что много. Это четвертый мой ребенок, по-моему. Каковы результаты? Первый результат, просто который я увидела, что я подумала, что я могу помочь, это был мой взрослый друг, ему было 30 лет, он был с диагнозом ДЦП, и я взяла его готовить на пауэрлифте, на жимштанге, на чемпионат. Он выступал на чемпионате, и он просто говорит: Аня, ты обратила, как я ровно хожу, а я тут, ну да, говорит, я иду по пляжу, ну и, ну, походка стала ровная. Я тогда начала задумываться, что даже, ну, тренировки с железом, тренировки в зале действительно, наверное, могут помочь людям. А потом уже пришла девочка, ребенок, я даже не помню причину, почему привели ко мне меня. А ей надо было подготовить к школе, она не могла ходить, она в школе, она хотела в обычную школу ходить, сама передвигаться по ступенькам. Ну вот, мы там где-то за полгода давала ей гантельки, она ходила по ступенькам, ну, пришли к результату.
То есть, ребенок пошел в обычную школу. Что говорить о людях, ну, которые с небольшими проблемами фигуры, да, если вот ребята, у которых проблемы серьезные со здоровьем, могут подтянуться, могут добиться определенных результатов. А я всегда говорю здоровым, посмотрите, говорю, дали что-то сверху, ну, что-то забрали, здоровье, они к этому идут, а вам Бог дал все, а вы просто его калечите. Говорю, сделайте вывод. Сказал мне один ребенок, говорит, да, я плохо вижу, но зато я умный. Да, зато не целеустремленная. Ты целеустремленный? Посмотрите, какой целеустремленный, жизнерадостный ребенок. Понятно, о чем Ирина, какова у вас цель? Главная цель. Какую цель вы ставите перед собой? Ну, я никогда не видела его среди, ну, среди, так говорить прямо, детей-инвалидов, потому что он у меня всегда здоровый ребенок. Я его всегда вижу здоровым ребенком. Мне всегда снилось, что он просто резко встает со стула и идет, как и бабушкам моим, и всем. То есть не всегда, что он выздоровеет, я всегда вижу его только здоровым ребенком. То есть у меня главная цель, это чтобы он пошел, и я очень стремительно, мы к этому идем. Галя, о чем я в видео говорю? Когда мама сама не сдастся, любому диагнозу, да, который говорит врач, если сама мама сдастся, считайте, что вы ничего не получите, никакого не выздоровления. Если мама сказала в своей голове, я против диагноза врачей, я сделаю все, чтобы мой ребенок был, ну, обычно действительно придет к такому результату. Я не говорю, что это 100%, но максимально, что может мама добиться, она максимально поможет своему ребенку, потому что среди них, именно от них, карма, связь максимальная. А скажите, вы спортсмен, ну, не медик, насколько вы можете брать ответственность за такую работу на себя? Это очень большая ответственность. Я не медик, у меня биологическое образование. Не медицинское, но биологическое. И, наверное, знание анатомии, физиологии позволяет мне давать, скажем так, какие-то рекомендации. Это позволяет давать. Люди ко мне приходят, спрашивают совета. За совет денег не беру, говорю, я, как я вижу, я могу помочь. А они проверяют, говорят, да, действуют. Приходят, а дайте мне еще что-нибудь. Ну, так вот таким вот методом. Не сказала об ошибках пока, где там дело. Вот, пока идем естественным путем. Я ничего не даю сверхъестественных на медицинских препаратов, да, что может повредить. Все, все как в движении, все как природа предопределила. Я с помощью природы могу вот так вот помочь природными методами. Вы говорите о том, что каждому ребенку индивидуальный подход. Да. В чем это заключается? А у них же у всех разные проблемы. И движения разные. Кто-то голову не может держать, кто-то просто одна нога работает, другая. Ну, поэтому надо сугубо смотреть по каждому ребенку проблемы, какие у них. Даня, какие у тебя любимые упражнения? Даня, скажи. Данька. Ну, скажи. Что ты любишь делать зарядки? Любишь зарядку делать? Латяшки. Любишь зарядку? Что ты любишь делать? Как вот Даня, Ира, как Даня относится к зарядке? Он растяжки, говорит. Растяжки. Это редкий случай, знаешь, растяжки дети в основном не любят. Да, я помню, я занималась художественной гимнастикой. Ты помнишь, когда больно, это растяжки, это единственное, что дети никогда не любят. Растяжки девочки ненавидели. Отжиматься ты ж любишь? Это же больно. Ты ж отжимается от стула, от стола, он уже как взрослый мальчик отжимается. Мама его чуть-чуть под таз поддерживает. Ты настоящий мужчина. Ирина, что ребенок и вы с ребенком ощущаете, испытываете во время тренировок? Ну, Даня вообще по характеру такой, что он сам не уляжется, он сам, если не будет. То есть я его так, ну, держу в ежовых рукавицах, как говорится, потому что если бы и так не было, если бы его то, что он хочет только делать, то, конечно, мы бы не добились такого результата. Честно говоря, дома мы делаем зарядку, конечно, по несколько часов. Мы интенсивно с ним занимаемся, работаем. Просто сам по себе у него такой характер немножко ленивый, он у нас мальчик. Его надо, конечно, хорошенько стряснуть, чтобы он работал. Заинтересовать. Да, заинтересовать, и чтобы он работал, и постоянно ему мотивацию давать, 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 постоянно говорить, что ты должен выздороветь, ты должен научиться ходить, то есть ты должен, то есть, чтобы даже там что-то даже как в строгом ультиматуме, что ни в коем случае, говорит, никаких колясок, ничего, что ты должен просто выздороветь, и все. Но у него есть большая цель, кем хочет, он говорил в сюжете. Кем ты хочешь стать, скажи. Кем ты хочешь стать, Даня? Кем ты хочешь стать, скажи. Он ходит, видишь, в экране и радуется. Кем ты стать хочешь, когда вырастешь, да? Ну, он нам в сюжете сказал. Да, футболистом он хочет стать, да?
Данюш, не балуйся, пожалуйста, скажи. Он, он всегда, когда ко мне приходит в спортклуб, первое, что он делает, он включает обязательно музыку себе. И вот он сам ее как-то подбирает, что-то у него вот свое должно быть. И когда звучит хорошая музыка, вот тут он начинается движение. То есть я так думаю, может, или музыкантом, а может, фитнес-тренером, а кто знает, если он любит двигаться под музыку, танцором. Ну, конечно. Было бы желание. Вот все дети приходят им по барабану, какая там, что там, какая атмосфера, этому обязательно надо включить музыку. И погромче. Ну, у вас действительно индивидуальный получается подход. Да. Вот вы говорите, что заниматься самостоятельно нужно дома очень много и постоянно. Насколько это безопасно? Насколько мы можем насколько безопасно, насколько сказала природа. Движение – это жизнь. Чем больше мы двигаемся, тем больше мы существуем, тем больше мы идем вперед. Любая остановка – это смерть в прямом или в переносном смысле. Вот в данном случае мама стоит на правильном пути. Как можно ребенка приучить двигаться, да, вот вертикально? Только регулярно показывая, что мышцы должны быть в тонусе. Она постоянно напоминает. Данечка, спинку ровно, голову приподними. Это в ходе, знаете, как условный рефлекс плавно перейдет в очень условный. Прикрепиться к нему, он уже будет уже неосознанно, скажем так, делать это. Какие упражнения вы рекомендуете деткам и мамам их, безусловно, в самостоятельном исполнении? Элементарно те, которые, дана природа. Это как-то упражнение кошечка, там, отжимание от стенки. То есть это надо сухо смотреть. То есть наши любые природные движения, ничего там. И то растяжки, которые делает Данька сам, складывается сам, да? Вот скажи, вот как у него там в голове. Говорю, Данечка, покажи растяжки. Вот он сам как-то вот у него что-то в голове свои мысли складываются и действительно делает растяжки, как при йоге. Ему никто их не показывал. Но сам организм, доверьтесь организму, да. Он сам показывает, что ему нужно. Дети знают, что им нужно. Да, да. Мы потом взрослые утрачиваем это ощущение. А дети, да, чувствуют. Ну, мы многие взрослые, интуицию уже свою не слушаем. У нас мозги же есть, мы включаем мозги сразу. А дети, они интуитивно все действуют. Я вам желаю удачи, спасибо. Силы. И ваши сны обязательно станут реальностью. Ну, я думаю, года через два... Даня придет в эту студию, ногой раскроет дверь. Покажет, как он танцует под музыку. У нас будет скоро новая студия, и мы здесь покажем. Боже, да. Спонсор, спасибо вам большое, если вы дали деньги, конечно. Можно несколько студий в городе Николаево. Заработали, да? Но лучше, чтобы спонсоры дали. Но сейчас дело не в наших спонсорах, а в Данином здоровье. Да. Мы желаем ему крепкого здоровья, сил, спасибо. Твердости душевной. Ну и вот есть минутка, можете рекомендации или пожелания. Хочу сказать всем родителям, что не бойтесь и, главное, стремитесь и занимайтесь. Многим мамочкам, говорю, папочкам, хочу сказать тем, которые говорят, что в домашних условиях они боятся заниматься детьми, потому что и многие инструктора, некоторые есть такие врачи, которые говорят, не делайте ничего детям, понадейтесь на реабилитацию. Это опасно. Да? Это вообще вы ставите крест на своем ребенке. Ни в коем случае не бросайте занятия с детьми в домашних условиях, занимайтесь. Как вы говорили, какие упражнения опасные, какие там, чтобы было все хорошо. Вы смотрите по своему ребенку, вы смотрите по его состоянию, потом, как он себя чувствует. Вы будете все это чувствовать сами. То есть занимайтесь и, главное, стремитесь и верьте в то, что ваш ребенок здоров. Ни в коем случае не надо там говорить, что все, у меня ребенок инвалид, все, это крест, все, надо жаловаться, кричать на весь мир, что ай-яй-яй, как же так. ДЦП – это не приговор. Мама, ДЦП полностью излечимо, и это просто как жизненное испытание. И вам, и ребенку, вы от этого станете только сильнее и крепче, и будете ценить больше. Ира, спасибо вам. Очень мудрое слово. Между прочим, в доказательстве в нашем городе есть парень больной ДЦП, который чемпион мира среди обычных здоровых людей, и до сих пор его рекорд мира никто не побил в фитнес-клубе «Гранди». У нас Игорь занимается, Гасюк. До сих пор рекорд мировой ДЦП, потому что он тоже не поверил врачам и пришел в тренажерный зал уже в 12 лет. Встал на ноги, сейчас никто даже не скажет, что он больной ДЦП. Ну что ж, удачи вам. Спасибо. Доброго утра, приятного продолжения спасибо. Дня и удачных, приятных всем хорошего тренировок. Настроения. До свидания. Да.